Всем привет! Всем привет! Мы на канале Поспи Машу. И сегодня я буду делать динозаврика. Динозаврика из свинки Пеппы. Итак, ребята, чтобы сделать динозаврики, у нас есть вот такой вот разворотик в журнале. Мы сейчас вот так вот открываем и видим, с одной стороны динозаврик. И называется это задание «Два симпатичных динозавра». Задание следующее. Попроси кого-нибудь из взрослых вырезать детали динозавров и папоротники. Вот они, динозавры. И вот. А вот папоротники. Зелененькие такие. Следующее. Согни фигурки динозавров по пунктирным линиям. Вот они, пунктирные линии. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они, пунктирные линии. Мы будем их сгибать. А потом будем склеивать, вот там, где белые уголочки, мы будем приклеивать места, которые отмечены. И будут получаться динозаврики. Потом можно будет играть этими динозаврами. Но надо сначала подождать, когда они высохнут. Конечно. Итак, ребята, приступим вырезать динозавры? Да! Ура, приступаем. Первое, мы открепим этот разворот из журнала. Мы его вот так возьмем. И прям выдернем вот так. Оп, оп. Журнал нам теперь не нужен. Там остаются раскраски. Маша их потом пораскрашивает. Маша будет вырезать фиолетовый, а папа желтенький, да? Да. Есть, готово. Держи фиолетовый динозаврик. А я беру желтый динозаврик. И вырезаем. Вырезаем строго по краюшку динозаврика и не заползать. Я готова. Что мне дальше делать, пап? Итак, смотрите. Маша нечаянно испортила динозаврик. Она вырезала не там. Надо было резать не по пунктирным линиям, а по черненькой. Она срезала пополам. У нее динозаврик не получится. Ну ничего страшного, папа этот динозаврик склеит с помощью скотча. Поэтому, ребята, надо быть внимательными и вырезать только по черненькой линии. Вот, вот здесь надо было вырезать вот так. Я даже не поняла, я думала, зачем эти точки? Ну ничего страшного, мы их склеим. Возьмем скотч и склеим. Теперь, Маш, режь строго по черненькой линии. И не ошибайся, хорошо? Первая деталь полностью готова. А вот пунктирная линия. По пунктирной линии будет проходить сгиб. Итак. Вторая заготовка для динозавра у нас готова. А теперь переходим к вырезанию папоротника. Не готова. Ух ты! Маша, вторая половинка динозавра готова. Если их вот так вот соединить вместе, то у нас получится отличный динозавр. Сейчас мы его здесь склеим скотчем, а сюда приклеим голову. Папой вырезали все детали, и теперь мы будем их сгибать. Фиолетовый мы уже согнули, и теперь мы будем сгибать желтенький динозаврик. Так, Маша, покажи деткам. Сейчас покажу, обязательно помогу. Смотрите, тут есть такие пунктирные линии, по которым надо делать сгибы. Раз линия, два линия, три линия, четыре. 5, и пальчики тоже надо посгибать. Держи, Маш, сгибай. А фиолетового динозаврика мы уже склеили скотчем и согнули.
Вот такой вот он получился. Осталось только приклеить голову, которую мы тоже согнули. Мы ее вот сюда вот так вот сейчас приклеим. Вот. Вот, ребята, и получится вот такой прикольный динозаврик из свинки Пеппы. Мы динозавры! И свинки Пеппы, и можно будет нами играться. Как интересно! И теперь сгибаем ему лапки по полосочкам. Классно согнули, да, Маша? А теперь мы им приклеим головы с помощью специального клея. Берем вот такой вот клей. С одной стороны намазали. Мажем теперь с другой стороны. Намазали с обоих сторон. И теперь приклеиваем голову к туловищу. Немножко подержим, чтобы оно хорошо приклеилось. Голова на месте. Получился динозаврик. Динозавр. Ой-ой-ой, какой опасный. Итак, мажем второго динозавра. И теперь мы приклеиваем к туловищу. Итак, ребята, вот такие здоровские у нас динозавры из свинки Пеппы получились. О, они там даже целуются. Если вам понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Посмотри нашу пока-пока. Пока! Ой-ой-ой, как же страшно. Не ленись, поставь лайк и подпишись. Всем пока-пока. Пока! Пока-пока. Пока-пока. Ой-ой-ой, как страшно.